Нашли жевательную мышцу. Еще раз напрягаем, расслабляем. Где краешек? Можно? Да, все правильно. Вот она прямоугольной формы. Все правильно, отграничились. Дальше. Нет, мы делаем, да? Мы отключаем дауну, да? Просим пациентку вот так опустить вот уголочек рта. Соответственно, вот у нас граница. Отмечаем край нижней челюсти, чуть-чуть новачок. Край нижней челюсти отмечаем. Можно? А все, вы можете расслабить жевательную мышцу. Ну вот у нас жевательная, край нижней челюсти, вот у нас где-то вот так пойдет, вот он. Вот. Соответственно, отступаем сантиметр кверху. Работаем мы вот только вот в этой области, да, между жевательной мышцей и дао. И ставим равнозначные точки, отступая 1 сантиметр от края нижней челюсти на равнозначных расстояниях. Так, ага. Смотрите, вот я вам говорю, на равназначных расстояниях, вот у нас, смотрите, вот это вот линия, здесь? Да? А, вот здесь, да? Да. Это у нас будет часть как раз профиля Нефертити.